Ангар. Пре Ари. Женский московский финал. Атак, туш. Первый удар остается за Ольгой Никитиной. Кстати, в том году тоже был женский финал. Светлана Шевелева и Ангар. Под Паскова фехтовали. Пре Ари. На этот раз Шевелева заменила Никитина. Чуть не порвала курточку сейчас электро Ольги Никитиной. Извиняйте за это, подпасковый. Ну, не специально. Все-таки сабля, как-никак. Прежде всего, это колющее, режущее оружие. Ангар. 2-1 в пятом круге подпасково. Что-то у нас с дисплеем. Все в порядке. 2-2. Атак нам. Ангар. Пре-Аль. Никитина и Подпаскова вместе стали чемпионками мира среди юниоров в предыдущем сезоне. И в этом году тоже, я думаю, будут бороться за золото. Но пока нужно золото вырывать друг у друга. 3-3. Пре-Аль. Проваливает атаку Подпаскова. Через действие Никитина не получается и... Контрипост выдает Подпаскова. Ангар. Пре Аль. Два фонаря. Но чуть быстрее была Евгения. Ольга просит видео. Так, туш. Ангар. Пре Аль. 4-4. Подпаскова идет вперед. Ну и что здесь? Защита ответа или с действием? С действием дает арбитр. Ну, Ангар. Мне, если честно, тоже так показалось. Пре Аль. Очень широко действовал Подпаскова. Аль. Еще и в атаке. 5-5. Пре Аль. Атак, туш. На вход бьет Евгения. Ангар. Из двух фонарей арбитр выбирает зеленый. Пре Аль. Никитина идет вперед на прямую руку. Не ведется на самой крайней черте. Атак, остается Подпаскова и счет 6-6. Кстати, о крайней черте расскажу вам на минуте. Вспомнил, что было в поединке. Ангар. За вход 16 Евгения Подпаскова. 7-6. Ангар. Пре Аль. Проваливает Подпаскова. Ответ на Никитина. Очень быстро, стремительно и результативно. Самое главное. 7-7. Ангар. Пре Аль. Подпаскова идет вперед. Действием. И удар остается за ней. Так вот, в последней черте. Как я уже говорил, 15-14 она выиграла у румынки Сабины Мартис. И последний удар Сабина получила за то, что выбежала за границу дорожки. Но система видеофиксации реагирует только, когда зажигается фонарь. И она не успела записать этот момент, пришлось там поднимать... Ну, не сказать, чтобы архивы, но пересматривать, в общем, запись. И в итоге все подтвердилось. Убежала Мартис, а Подпаскова прошла дальше. Где победила Валерию Кобзеву, затем Алину Михайлову, но это вы уже сами видели. Ну, а Ольга Никитина победила Анну Смирнову, затем Анастасию Шорохову и Лизу Пустай. Ангар. 8-7. Очень ровно идут саблистки. Уступать просто так никто не хочет. В московском дерби. На берегу Черного моря. Пре-Аль.
Два фонаря горят. И две атаки одновременные были со стороны саблисток. Никому не присуждается удар. Никитина 8-8. Сравнивает. В этом сезоне соперницы уже фехтовали в Санкт-Петербурге. Ольга Никитина выиграла 15-13. И 15-12. Там было два дня соревнований на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге. И оба раза сильнее оказалась Никитина. Вот сейчас, возможно, получится реванш. Под Пасковой. Одновременно вышли, остановились, разорвали дистанцию и снова вышли в атаку. Снова два фонаря. Ну, здесь я тоже на стороне. Все-таки подпасковые. Выходила с руки. Может быть, чуть быстрее была Никитина. Будет ли брать видео? Подпасково не берет. Ангар. Пре-аль. 10-8. Идет в атаку Евгения. Из-под сабли. Из-под низу ударила. Евгения. Не услышала команда судьи Никитина. Защита, ответ. Очень быстро, очень красиво действует Евгения. Если бы такой бой был между разными странами, конечно, я думаю, тут были бы и эмоции, и зал бы аплодировал. Но, к счастью, на самом деле, что у нас будет и золото, и серебро. С действием выходит в атаку Никитина. Ну, и 11-й удар наносит. Ангар. Пре-аль. Два фонаря горят. Снова удар никому не присуждается. Ангар. У девушек 5 участниц из 9 стран. Паре. Репост. Проверяет копировку сейчас подпасково. Пре-аль. Чуть-чуть не успела. А вот сейчас успевает. Быстрее, чем Никитина. 12-12. Ангар. Пре-аль. Два фонаря. Ангар. Выходит вперед Евгения. Пре-аль. Пропускает, идет вперед Никитина. С действием ищет сектор для атаки и находит его. 13-13. Два удара до конца и, конечно, очень нервно перед своими трибунами, очень тяжело против соперницы, с которой ты фехтовала миллион миллиардов раз. Нужно что-то придумать новое. Одновременно бьют спортсменки. Идет вперед подпасковая и влетает в бетон, просто в бетонную защиту к Никитиной. 14-13. Проваливает подпасковая и контратака на стороне Никитиной. 15-13. Ольга становится обладателем Кубка Черного моря, а Евгения завоевывает серебро. Вот первые две коллекции у нас у Лохановой подпаской по золоту и серебру. И первое золото у Никитиной. В том году она была лишь пятой. На этом сегодняшняя наша трансляция заканчивается. Я с вами прощаюсь. Будет также церемония награждения. Можете посмотреть на сияющие улыбки наших спортсменов. Все это будет в прямом эфире. А завтра уже командное соревнование. И там-то уж будет точно
очень, я думаю, весело и много наших побед. Всем спасибо за внимание. Меня зовут Денис Мельчук. Всем пока. All the finalists, please come to the technical director's table at the final spot.